О Состюбинском озере ходит множество легенд. По одной из них из озера доносится музыка, когда полная луна появляется над водой и все погружается в серебро волшебного света. Но реальность совсем другая. Сегодня озеро – источник непереносимого запаха от бытового мусора, скопившегося за десятилетия. Местные жители возмущены, ведь раньше они приходили сюда отдыхать и купаться, а сейчас об этом и думать страшно. Здесь вокруг озера должна быть санитарная зона, чтобы можно было пройти и посмотреть. Вокруг озера живут люди. Они просто, конечно, нарушают всю эту... Сбрасывает в озеро свои стеки, свои что, вот это возможно такое. По словам состюбинцев, здесь был даже свой пляж. Сегодня от него остались одни воспоминания. В администрации села уверяют, что водоем выставили на торги. И есть даже предприниматель, который хотел бы водоем очистить и построить уже к лету зону отдыха. А пока проводятся работы по подготовке территории. Эту территорию мы хотим продать предпринимателю, который планирует тут построить зону отдыха. Водоем будет очищен, и мы создадим все удобные условия для наших жителей и гостей. Сегодня, по словам поселкового главы, Состюбе только начинает подниматься. На очереди реконструкция дома культуры, детского сада и главного объекта – парковой зоны со стадионом внутри, которая когда-то была одной из достопримечательностей района. В планах обустройство футбольного поля. Только когда закончатся работы, пока неизвестно. Мы планируем тут построить футбольное поле и дальше уже работать по восстановлению парка и всей территории. Раньше этот парк и стадион принадлежал цемзаводу, далее после развала СССР все остановилось. Сейчас мы хотим возродить парк и стадион, делаем это на средства и помощь частных предпринимателей. Но это когда-то была концертная площадка дружбы народов. На одной сцене выступали артисты областного масштаба. Ну а сегодня здесь вместо артистов бродячие собаки и местные бомжи. Идет здесь только один спектакль под названием «Заброшенный». Шудин Саидов, Николай Иванов, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании ОТРР.